день третий. Вчера были в клубе. Клуб это адское месиво, я вам так могу сказать. Мы попробовали все местные коктейли. С утра нам было очень тяжело. И вот мы только ко дню смогли стартовать на гору. Вот здесь примерно сейчас так. Вот подъемники. Сейчас поедем кататься с Зеленой горы, прям со лба. Не знаю, как будет, какие будут ощущения. Чуть попозже подъедет Женя. Женя инструктор, он покажет нам леса, по каким-то лесам особенным прокатимся. Смотрим, экспериментируем по-прежнему. Вот. Поэтому день третий оказался тяжелый. Все, спасибо. Йо.